Первое воздушное такси отправляется в серийное производство. Американская компания разработала четырехместное воздушное такси. Оно оснащено 12 роторами, установленными по 6 на передней и задней части крыльев. При этом те, что сзади, двухлопастные, а спереди пятилопастные. Расположенные спереди двигатели после набора высоты переводятся в горизонтальное положение для обеспечения тяги. Сиденья в салоне отделены одно от другого перегородками с панелями, на которых написано имя и пункт прибытия пассажира. Благодаря большим окнам дизайнеры решили сразу две задачи. Снизили вес машины и обеспечили прекрасный обзор. Такси развивает максимальную скорость свыше 240 км в час. Может летать на высоте 600 метров, преодолевать расстояние до 160 км на одной зарядке. Батарея рассчитана на 3000 циклов заряда, после чего подлежат замене. Воздушное такси не будет создавать проблем для городов, поскольку его двигатель работает в 100 раз тише вертолета. При этом стоимость полета не будет превышать поездки на обычном такси. В настоящее время компания строит завод в штате Джорджия, где будут выпускаться машины по 650 штук в год. В дальнейшем этот показатель возрастет до 2300 машин. Всем удачи!